Очередная порция полезной информации. Здравствуйте. Сегодня в Самаре проходит профилактическая акция «Защити себя от солнца». Об этом сообщили в областном правительстве. На набережной у Некрасовского спуска установлены палатки здоровья, где врач-онколог консультирует и проводит осмотр жителей и гостей города. Другие медики рассказывают о факторах риска развития онкологических заболеваний. Организаторами акции стали сотрудники отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера. Ключевой задачей данных акций является выявление онкологического заболевания на ранних стадиях. С 1 сентября расписание нескольких электричек изменится. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании. Так, на участке Самара-Жигулевское море изменят движение две электрички. Первая номер 63-10-63-09 Самара-Курумыч. По выходным она будет отправляться в 12.21, а прибывать в 13.49. Второй поезд номер 63-22-63-21 Самара-Курумыч по рабочим дням будет отправляться в 13.39, прибывать в 15.07. Также изменится расписание на маршруте с Израиль 1 Самара Мирная. Сухой закон. С 22 августа по 7 сентября на территории городского поселения Рощинский установили полный запрет на розничную продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности первого вице-губернатора Самарской области Виктор Кудряшов. Такое решение приняли в связи с проведением учений «Центр-2019». Запрет на продажу алкоголя действует с четверга 22 августа по 7 сентября с 7 утра до 23 часов вечера. Гром среди ясного неба. Завтра, 23 августа, в Самаре немного испортится погода. Об этом сообщает Приволжское УГМС. Синоптики обещают кратковременные дожди и возможные грозы. Но сильной прохлады ждать не стоит. Если ночью температура воздуха будет от 15 до 20 градусов, то днем жара сохранится до плюс 31 градуса. В субботу существенных осадков не предвидится. Но днем температура воздуха будет ниже до плюс 28 градусов. Ночью от 13 до 18 градусов выше нуля. Пока это вся информация. Будьте в курсе актуальных новостей. Смотрите программу «События» на телеканале «Самара ГИС». Всего вам доброго. До свидания.